Плохие дороги, неблагоустроенная остановка на разворотном кольце 28-й маршрутки и другие проблемы. Глава города Владимир Шарыпов посетил район мебельного комбината и выслушал жалобы жителей. Постоянно парковка грузового транспорта, его здесь моют. Постоянно маршрутчиков здесь по 10 машин, то есть они их здесь моют, они здесь отпускают естественные надобности. Устанавливают биотуалет около остановки перевозчики, опасаются, долго не простоит или испортят вандалы. Власти предложили другое решение. Руководители транспортных предприятий достигли договоренностей, в том числе как и со спортивным клубом «Энергия». Также вот тут недалеко находится мойка, автомойка, которая тоже является благоустроен, там имеются туалеты, там имеется место, где можно осуществить прием пищи. Поэтому вот в таком ключе будем работу продолжать и на других маршрутах. Кроме этого, траву здесь не выкашивают. Остановочный павильон в плохом состоянии. Им фактически не пользуются по прямому назначению. Посадку пассажиров осуществляют у магазина напротив. Сейчас здесь прибрались, конечно, но в основном здесь грязь. Здесь вот люди где садятся, здесь нет ни укрытий, ничего. Это дождь, снег, все стоят, люди ждут. К 1 сентября на конечной остановке 28-й маршрутки должны навести порядок. Во всяком случае, такое распоряжение дал глава города по итогам рабочей поездки. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.